Оп, переключаемся. Девочки, смотрите, как я вымыла плиту. Видите? Как бы я плохо о мушкетере не говорила, пришлось... Он мне даже не просил, я сама Портосу отработать 10 евро, которые мне занял. Классная, беленькая такая. Тогда у меня уже будет кухонка красивая. Короче, вот так, девочки. Я знаю, сейчас посыпется. Ой, надо себя уважать. Таскаться к мужику. Девочки, не все просто так делается, поверьте мне. Поверьте мне, девочки, не все так просто. Мальчики, мужчины. Классный дом, очень классный. Здесь, конечно, не хватает женщины. Кстати, это пиво. Это пиво. И я читала комментарии, что мне советуют закодироваться от алкоголя. Кто меня смотрит в Инстаграме, знает, что я встаю очень рано. Утром 6:30 я встаю по делам. И возвращаюсь домой в 11 часов. 10. Ну, тогда как? Вот. Поэтому, чтобы все так пили, понимаете? Чтобы было у вас здоровье вот так вот, если вы пишете такие вещи, то чтобы все так, чтобы всем так пилось, понимаете? И чтобы вы все так выглядели. Ваше здоровье. Понятно? Девчульки, кто такое пишет? Или мальчики? Чтобы вам всем так вот жилось. Не, ну живут не надо, живите лучше. И пилось, чтобы у вас вот так вот оно. Это я мою этот самый, сейчас покажу, девочки. Я пока здесь уже перемыла. Ну там немного там, потому что он с работы приходил. Осталось, и вообще я что-то сегодня подумала, я не знаю, насколько меня хватит. Что-то я не хочу больше о нем плохо говорить. Ах, некуда вас поставить. Не знаю, у меня сегодня такое настроение, что хочется о нем сказать хорошего. Что-то я сегодня в таком настроении. Но ничего не хочется говорить плохого. Хотя он обо мне плохое рассказывает там в барах. Друзья, ну не друзья для меня, не получается, как не товарищи, а знакомые, да, которые общие. Я о нем на ютубе. Ну а как, я не могу, я вот я такой человек, мне надо высказаться. Я вот с вами высказалась и все, как поговорила, знаете, с актовым залом. Сколько там просмотров видео набирают? 40 тысяч. Да? Ну, минималка там получается за неделю, да, наверное? За пару дней. Ну, не хочу сегодня о нем говорить плохо. Не знаю почему. Полы, конечно, мыть я не буду. Всего хорошего, без фанатизма. Просто пришла, и как раз мне нужно было подумать, разобраться в мыслях своих. И вот за это... Я очень все быстро, кстати, делаю. Я очень быстрая и качественная при этом. То есть я могу делать очень, могу делать вещи очень быстро, но при этом хорошо. То есть, ой, хлеба сколько, надо птицам сейчас пойти выкинуть. Потому что он его выкинет, хлеб зачерствел. А можно птицам его. Сейчас птичкам его тоже. Хотя там крыса сейчас будет орать, скажет, ой, бросила птичкам. Крысы бегают. Боже, я, кстати, не знаю, как тут летом он будет. Ну, это будет жить, понятное дело. Как тут с этими, с крысами-то? С ящерицами? Это ж они все лазят там. Все, девчонки, смотрите. Помыла. Пришла. Потом придет другая женщина. Посмотрит, что убрано. Я уже много раз говорила, кстати, краску я вам покажу, буду красить волосы, скоро вам краску покажу. Потому что опять вопрос, чем вы красите? Боже, я столько ее показывала, не столько влогов назад, чем я крашусь, но я вам потом покажу. Слушайте, о, не взяла на камеру подзарядку, садится батарея. Слушайте, девчонки, я уже много раз говорила, я повторюсь. Кстати, смотрите, я сегодня в штанах своих красных. Обожаю красный цвет. Я уже много раз говорила, и все говорят, да кому он там нужен, этот ваш Карло, что вы там рассказываете. Я вам еще раз, вот последний раз, наверное, говорю уже, что я была неоднократно, да, с ним за вот эти вот там 10-12 лет, которые мы вместе,
были. Я была неоднократно в компаниях, и при мне я видела, как за ним стелятся итальянские женщины. Как они ему заглядывают в рот и в штаны. Извините, из песни слов не выкинешь. Он очень харизматичный, я уже столько раз говорила, он очень харизматичный, он очень компанийский, он умеет держать разговор. Он, кстати, не тупой, это не потому, что я сегодня решила о нем плохо не говорить, и сейчас я ему такие, там рассказываю такой, нет. Он не тупой, с ним очень интересно беседовать, он очень начитанный, он учился на учителя младших классов, а потом поступил на ветеринара, но он не доучился, он 2 года всего проучился и ушел, открыл свою палестру, свой спортзал. Потом бросил спортзал, растолстел, и на этом карьера закончилась. У него, я же показывала, много кубков, все остальное. Вот, но он очень, с ним, если вот вы начитанный человек, и у вас, он вам расскажет за все, и по биологии, и по биографии, и по всему, чему он у нас такой пример, и по всему, чему только надо. То есть он, в принципе, не в принципе, а он... начитанный чувак. Мне интересно, он вам расскажет за все, и за любую болячку, и за любую срачку. Он все это расскажет. Так, надо пойти хлеб выкинуть. Не выкинуть, а отдать птичкам. Сейчас. Амаручка. Аморе, la pulita tutta la cucina non ha avuto tempo. Senti, questa qui la butto fuori così. Sì, sì. Tieni così, me la prendi che io butto di là fuori così. Te la fuori dove? Per le uccelli? No, di là no, c'è la plastica poi. No, questo... mi entro e butto lì. Ma non lì nel fosso, e dove butto nel fosso? Ma non lo so, buttala qui per gli uccelli, a parte la mangiano loro poi. Marina, questo qui lo metto col pane e acqua e gliela do a loro. Ma non li metti pane e dai, acqua? Gliela... No, Marina, dai. Marina, no. Vengono i topi. Marina, vengono i topi, non gli uccelli, Marina. Guarda a Menzassa, ma sei neanche a Menzassa via. Sì, ma lì vengono i topi, non gli uccelli. Carlo, guarda, Marina, там, говорит, крысы прибегут, они птички. Ma Menzassa, ma... Ага, говорит, на дорогу. Ну, давай, давай, я пойду. Тени. О, господи. Боже, девочки, здесь классно отдыхать душой. И по вашему желанию, даже телом. Настроение хорошее, все, мне все пофиг. Все неприятности, неудобства в моей жизни. Боже, девочки, вот я сейчас иду, и мой зад идет лево, вот я иду правой. Правой, и зад идет лево-вправо, лево-вправо. Смотрите, вон, я прям на дорогу его. Там птички сидят. Я прям вот иду, и прям вот, знаете, я прям чувствую себя женщина с бедрами. Женщина с бедрами, прям чувствуется жирок. Слушайте, а прикольно, прикольно. Прикольно. Смотрите, мусор не вывозят у них. Это жесть, такое место красивое. Но если, как вот вы писали, не учитывать вот этих вот проводов. Девчонки, 3 дома, это вообще просто, это просто кайф. Тут мусор не выносят, и может сейчас они будут и убирать по весне здесь, потому что так все побросать. Птички поют. Здесь у многих курочки. Я показывала вам. Ну, может, нельзя идти, я не знаю. Что, дай? Веди, хватит, хочу ведерю на кофе. Смотрите, даю пацанам эти самые. Ой, Карла, ты веди к вам на тему. Ну, они деви тальяры, гварда. Это perché devi stare con la mano con la telecamera, no? Perché se fa con Carlo, guarda come sono stata brava, я тебе все убрала, ты на меня кричишь, это твоя благодарность. Sei così, così sei felice. Che sono venuta io. A me quando stai esagere. Carlo, perché ti piace, dillo. Chi è la tua donna preferita? Хто твоя женщина самая прекрасная? Chi donna preferita tua? То Ере Пинжеви, тут Эланотами скривил. Он мне вчера всю ночь писал. Всю ночь мне вчера писал. Марина, я ему говорю, все, Карло, все. Форбичи есть? Ты же, да, вот угра бил. Но, уна, а это тут Энерфридзе, вой, уна. Это. Вчера всю ночь мне строчил, всю ночь. Вчера всю ночь мне, Мариночка, Маринова, респонди, ответь мне, ответь мне. Я ему не отвечала. Я говорю, Карло, все, говорю, что тебе отвечать?
Я говорю, бляха, муха, не режется, представляете, вот эта шкура, а у него нету, нету. Кало, он начал фачу, гварда, но... Дарми ла карне. Подожди, добьем отоляры прима, но... Vedi come stai, sto tenuto, che non è da mano a pulire. E te ancora urli, ti ho chiesto, sorridente, ti ho chiesto, e se vogliamo passare... Sì, ma perché te poi saggi quelle cose che devi smettere ora. Я ему сказала, я к тебе приеду, но если ты будешь улыбаться, если ты будешь в хорошем здравии. А вот так я ехать не буду, сидеть смотреть на твою кривую ложу. Всю ночь вчера, Мариночка, 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 Мариночка приехала. Я приехала. Что? Алло. Да, двойбочиной. Си, Марина, чуть-чуть. Ты двойбочино, но. Двойбочино, но. Двойбочино, двойбочино, двойбочино. Ой, девчонки, но фори уна указа. Девочки, главное, чтобы костюмчик сидел. Да, статальяндо. О, какой! Видно, это человек всю ночь мне строчит, всю ночь. Мариночка, Мариночка, я уже даже не отвечала, я говорю, я сейчас тебя заблокирую. Но я сама не умею блокировать. Я говорю, сейчас я Софию попрошу, говорю, она тебя заблокирует, потому что Саша вчера пришла домой почти 12 ночи. Они ходили сначала в этот самый в пиццерию с девчонками, с мальчишками с класса. А потом, сейчас, по-моему, а потом они ходили в театр на оперу. Не знаю, на какую оперу. Потом спрошу, если вам интересно. И, кстати, про Enel я рассказывала, про компанию Enel я рассказывала в прошлом видео. Потому что я вам какую-то там рекламу кому-то делаю, вам навязываю. А я рассказывала, потому что я читала комментарии, было очень много комментариев, очень часто писали и говорили, почему же вы ничего об этом не говорите. Я просто рассказала свою ситуацию, понимаете? Ну, а как не носит, думаю, что ты сильно? А, это я вижу с помидоринами килограмм. А, тире цифури лабира. Allora, per la stucciata, per questo taglio. Tieni, qua lascia. Che cosa? Guarda, così anche... Pellolini, per bucare. Va bene, così butti sale, no? Ti neanche grazie, ora voglio vedere come mi paghi. Ah no, questo è per 10 euro che ti devo dare la lavorata. Карлуська, Карлусечка, жизнь прекрасная и удивительная, и мировильоза Лавита, Карлуся, Лавита, о, сосе коза, Карло, Карло, по запечам, Фабио телегала там в бикере, Карло, посмотрите, какой красивый ему подарил его друг этот самый стакан, вот я, блин, дурочка с переводчиком, мне так нравится, приятно. Эмио ква, и то, наверное, на бутиль, на бутиль, на бутиль. А, на бой? Карлусик! Жизнь! Слушай, сколько помидоров, Карло? Какие помидоры? Уна баста? Так вот ты не манджи, ну? Фалли салата, помидоры, чиполли, но чиполли но не манджи. Да я, ну, фомо бутона на чиполли. Мама мия, Карло, я не хочу старых я, Карло. Я не хочу варить. А как она вот варила, скажи? Я просто буду есть помидор с сале. Вабе, ну, конечно, чиполли, алью, какой-то дать сапор. Мама родная. Надо на следующей неделе напроситься и ехать в Карифур и закупать что-то вот так вот, как сегодня. Хотя, знаете, я все равно буду, я буду идти, я все равно... Карло, тебе смотри, тебе баста уна кузи помидорин, это тарелка, это уна. Си. Смотрите, это Карлосу. Карлуся, сольди, сольди. Нет, мне не понравился Сан-Ремо, вот этот мужчина, где Чеболина? Мужчина, который выиграл и пел песню «Сальди, Сальди», Мухаммед или как он там? Мухаммед, Мамут, Господи, какая разница? Не понравился. Мне единственное, что не понравилось, это кода. Что когда-то пресса кода посту, там и чата по Инстаграм, дили, но тот, который второе место пацан занял, начал там возмущаться. Ну понятно, что это молодость, и он по молодости, он, наверное, потом пожалел, на эмоциях начал там возмущаться, типа там, что он...
он там с чем-то не согласен, его начала обсуждать публика. Но опять же, девочки, все на возраст, списывать на возраст очень комфортно. И короче, пользуйтесь этим. Да, нет, questo cos'è tuo? Да, это моё. Le salsicce dove sono? Era tutto, Carlo. Списывать на возраст очень удобно, поэтому пользуйтесь, пока молодые, списывайте на возраст ваши поступки, я вам честно говорю. Ну хотя я это говорю, я с этим сама не согласна, но по крайней мере можно это сделать. Не, ну списывать до 18 лет, с 18 лет уже не надо ничего на возраст списывать, уже все, уже вы сформированный человек, ну я имею в виду. Ошибки-то мы все делаем, знаете, пока вы не пройдете все страдания, вы не будете счастливыми. Смотрите, это моя растечана, мои ребрышки. Давай, чин-чин. Санди, Санди. Боже, девочки, я прям чувствую, у меня эти, ну, бедра есть. Нет. На теле тут уже. Оли мой. Оли сам. Манжу кузи, помидор вас. Сенса сам. Карло, два кому-то груша ракоза, мы постоянно лошары и досок. Аппунто, я сону уно. Che comunque tanto lì c'è della mia, quindi pure che cade poi sono messo sulle pietre. Ah, bravo, bravo. Per quello ho messo. Vediamo queste sedie, magari queste parate. Ma perché non ti compri una GoPro e te la metti in testa? Cosa? GoPro. Ну, мне пячу GoPro. Давай, иди. Когда ты мне купишь, тогда и будет у меня. Позами комприту. Вперед, туди марцу. Бадулай. Хорошо, ты мне на 8 марта купишь. Он говорит, опять купить. Ой, блин, это не Карло, это жлоб. Давай, иди. Это у тебя уже в крови. Сначала жлобяра вылезла, а потом ты и вылез. Кстати, он был симпатичненький такой, живчик. Он, кстати, очень красиво танцует и двигается. То есть, несмотря вот на все, сейчас как он растолстел... Он очень хорошо двигается. Хлебушек. Санни. Вот это в голову залезла, это соль. Это уже все. Санни, Санни. Две тарелочки. Все, отдыхаем душой, девчонки. Боже, как же все зависит от нас, от самих, наше настроение. Поверьте мне, все зависит от нас. Кстати, я у него этот самый выпросила. Я говорю, смотри, я говорю, здесь, говорю, сердечко, до Сан-Валентина подарок. У меня разбилась соль, сейчас я знаю, что сейчас опять вы напишите. У меня разбилась соль и этот самый, там с кролика у меня, с кроликом, формочки кролика была, очень красивая. Разбилась. И соль у меня в баночке Елена Павловна передавала, мама отличника Леночка, спасибо, передавала посылку с едой. Кстати, сейчас она вернется, говорят, когда вы посылку ей отправите? Мы отправим, она сейчас уезжает в Бангкок. Когда вернется, отправим. Когда я отправлю посылку, еще. А? Ее, Валерий, меня и Делуза вот же. Перки ее сюда тута карикатас. Да, карикатас. Тута контента. Карикатас. Да, мовите. Perché ti l'ho detto io con muso così non ci vuole passare la domenica. А, sorridente e felice. Я уже со мной, блин, надо, чтобы мужик был веселый и так самое. Ты улыбаешься. Я вот это вот, знаете, целую неделю на это самое нервы натрепаю себе. Что хочу праздник. Вообще, все, сейчас всю хату опять засру, где помыла. Так смотрите, я, короче, выпросила, говорю, Карлос, а у него, короче, две, смотрите, подарил мужчина. У него одна получается, вот это вот, здесь у него, позачек индентру. Соль, смотрите, вот это вот соль, классно, да? А вот здесь, сейчас, а вот здесь он хотел себе сахар посыпать. Я говорю, Карлусик, блин, говорю, смотри, даже сердечком. Говорю, подари мне такую, говорю, я тебе потом, говорю, в китайском, говорю, куплю для, куплю другую. Не знаю, что так надо было делать. Но это тоже в крови. Как у него жлобство, так у меня тоже. Санди, Санди. Нет, мне не нравится, просто она в голову зрела. Потому что я тебе нравится, раз ты поешь. Я говорю, мне не нравится. Ты же поешь, я говорю, так оно снова.
bella. Oh, Carlo, sai cosa mi piace? Mi piace così, questo, così. Sai? Ho capito. Ma la sua mi vuole un giorno. Ma tanto io per il regalo, te per te non è niente. Yeah, invece per me è importante. Comunque, beh, così ti voglio, bravo, che mi dà una mano e faccio una cosa differente. Я так тебя хочу, чтобы ты такая была, что ты пришла, мне помогла. Смотри, куда вот эти ставить. Просто вот. А, открой. Ну и куда это ставить? Убери вот это, что это такое? Мне ты такая нравится, пришла, мне помогла. Сейчас, конечно. Смотри, Карло, questa deve essere asciutta, non deve essere. Piglia solo le cose di per noi. Sai cosa siamo dimenticati? Marie? Mm. Il tovagliolo di carne. Vabbè, tieni. Portala. No. Un coltello per te. Mia mamma ci va poco passudo e trasforma. Chiudi il frigo, più. Надо было не мочить, сейчас будет сохнуть 3 дня. Сейчас через калитку перекину. По привычке, а у меня спрашивали, купите себе машинку для мытья посуды. У меня есть. Она просто что-то не работает. Но она должна работать. Надо. Карло, у меня тени он по кузи. У на тимино. Кузи. Кузи, дрито. Коза че дестендери? Че лайкун коза? Но, че дала лаве. Этот самый. Ma cosa stai prendendo, scusa? Perché cosa ti date io? Oh, Господи! Волосы провоняются. Надо что-то бросить. Да, я джунжум по перпоку. Смотрите, здесь есть Кира, свою косточку. Браво, Кирочка, кушай, довочка. Кушай, дочечка. А здесь Байкальчик, и Дизель кушает дома. Дизель дове, инкамера, веро? А, потому что, чтобы они не ругались. Но они не ругаются, ругается только Байкал. То есть Байкал ревнует очень сильно. Даже вот, допустим, если... Сегодня в машине был Байкал, когда Карла приезжал за мной, то Дизель потом, когда Карла заходит в кончел, ну, вот это, в калитку, Дизель потом нервничает. Бляха, муха, открой. А, прики, деву интраре. Перки ми деву прендере коза мия. Потому что там Дизель, надо дверь была закрыта. Но Дизель очень ревнует, да? Джелоза Дизель, веро? Или порту картаджейника у Расультавала, но? Нет. А чем ты композа пулишь в кулецу? Я милаю. Не, давай туалет немного, потому что у меня нет. Конечно, Карло. Тут все вещи нужно фотографировать. Конечно. Карло, это ультима вольта, и я вегу. А perché rompi il cazzo con sta cosa? Давай, давай. Mi rompe le palle. Давай, Карлусик. Да, да, си кретина. Poi no, mi chiamano le russe, mi chiamano e dice, guarda che la tua donna va dicendo queste cose. Говорит, мне потом русские звонят и рассказывают все потом о том, что ты говоришь. Девки, вы же русские, что ж вы не солидарные такие, с женщиной-то? Или вы, у вас есть какая-то ревность в мою сторону, что вы там, видите, здесь раз этот, что вы звоните потом и все рассказываете. Женщины-передавалки, к вам обращаюсь, прекратите, примите как констатацию фактов, все, смотрите и наслаждайтесь моим сериалом. Потому что вы им все равно наслаждаетесь, он вас задевает, если вы потом звоните и что-то там рассказываете. Не надо ничего рассказывать. Видите, он нервничает, он хочет сниматься. Но так как вы потом все ему рассказываете, он не хочет. Палка о двух концов. Да, Карлусечка? Фрегала, Карло. Questa tutta la gelosia, tutta questa tensione. Perché siamo belli, Карло. Perché siamo belli, Карло. Te io. Sì. Io ormai che a casa tua i difetti tu li vado mettendo in giro. Oh, questa voleva far vedere. Fai vedere come si fa? E sarà pronto così grosso?
Questo si mangia crudo, non si mangia niente. Calcio di fare la foto. Sull'Instagram, da? Metti sull'Instagram video. Prima fai video e poi carichi sull'Instagram. Parliamo io e te un po', cazzo. Spostati. Fammi vedere come fa fuoco. Non l'ho fatto mica la foto. Жгёт, видите? Сейчас сожгёт эту кучу. Будет чисто. Non va sto cazzo di telefono. Non va? Il mio telefono non работает. Carlo, ma questa maglia della donna o da maschio? Я говорю, это женская кофта или мужская? Видишь, как они, Карло? Видите, какая была идея prendere осы? Видите, как я классно вспомнила о собачках и этот, сказала, давай купим, потому что я им часто раньше покупала, когда они со мной жили. Для них тоже, знаете, воскресенье, развлечение. Мама, не Карло, ли джентльмены ура кьюзанули фенестра. Сейчас люди начнут окна закрывать. Капец, Карло! Байкал, вини к вам. Кира, паура, Кира, пройди Кира. Давай. Карло, дьябона, сейчас сожгешь. Сейчас трава загорится и капец, Карло. Ура, бруча, эрба. Эрба, эрба. Я специально сказала, сейчас трава загорится. Ля, порвал штаны. А что, такой зачарен дентро? Non finisce mai. No, no, ora finisce. Piano piano vedrai. Baikal, vieni qua. Vieni, prendi osso, vieni qua. Vai a prendere osso di Baikal. Questo lo va a prendere lui. Вот это, кстати, железяка, вот этот хозяйская. Ну, мне их классно тоже жечь, хорошо. Карло, джирати карна. Сюда на нас не идет дым, дым туда ведет. Там... Интересно, а что там в вичине? Тут и дела фенестра гвардана. Я специально ему говорю, говорю, там, говорю, все вылезли в окно, говорю, и смотрят, что у тебя пожар. Ура кемано виджели дель фоку. Я говорю, сейчас говорю, вызову, говорю, пожарную. А он переживает, говорит, что серьезно. Да, повезло соседям. Байкальчик, вени к вам. Блин, сейчас соседи вызовут пожарных. Ora chiamano Vigili del Fuoco. Ma no, sta scherzando, dai, Carlos. No, no, sta scherzando. Dalla sanno che devi bruciare questa cosa, poi in domenica. Tanto devi bruciare per forza, oh. Perciò la spazzatura. La plastica magari. No, la plastica non надо. Baikalчик, где твоя осо? Dove è osso di Baikal? Vai a prendere lì perché a lui gli danno a fumo. Carlo, prendi osso. Vedi cosa забери? Я говорю, собаки, я говорю, наверное, неудобно в глаза. Ой, господи. Где Кира? Вон там, и вон где этого. А прикиньте, сейчас вот туда мою голову белую встать, вот интересно, она будет черная, как пиралаши? Видите, он постирал этот одеяло, кстати, которое я ему отдала. И смотрите, собаки его разгрызли, ну, расцарапали. Видите, дырка? Жалко. Видите? Да. Ну, так, видите, как носочки повесил? Как снял, так и повесил. Лайфхак от Карлоса, как чтобы носки не улетали, видите? Повесил и заправил сюда, тогда не видите, не это самое. Браво, Карло! Лайфхак от Карлоса. И штаны, лянь, бросил. Так, да пусть сушится, сейчас ветра нет. Господи! Да! Карлухо!
Ешь, Кир, этот, Вайкальч. Ну. Дурачок ты. А дизеля, ну, он себе да не анкидовый дизель, а? Это дивертенда. А джира тукарна? Дизеля, говорю, даже не видно. Давай, джира и карна. Переворачивай. Сейчас сгорит все, Карлос. Ходишь. Медленный, капец. Ой, смотри, она бручата, да, джири. Нет, да. Смотрите, уже подгорело мясо. Джуста. Давай, джири. Ой, сосича вообще сгорела. А, нет, сосича бона. Видите, бручата растечена. Ай, растечена по всей. Бона. Бониссимо. Давай, давай. Браво, кузи. Все это сгорит и все. Здесь, конечно, надо порядок ему приводить. Браво, Карло, браво. Кузи, у на вольта, веронно. У нас вообще передают, вот это горячо. Ну, так понятно, что горячо. У нас вообще передают, Карло, дуй сетиманы, кузи, темпу, сай, белло. Нас на 2 недели передают хорошую погоду. Ну, типа весенняя, прям весенняя, сказали, так и сказали, что весенняя, она дето ке сара, коме ла примавера, температура де примавера, капито? Аджунжен л'альтра, кузи, квеста. Мария, манджамо, воглю манджари, сенно си бруча. Он потом поест, нифига делать не захочет. Джарамо, ви? Нет, фарвидери, я не хочу, я хочу показать воглю фарвидери, коме вино. Смотрите, какая культура. Медиа. Бон аппетито, па. Ой, смотри, Карло, finita tutto. Aggiungi un altro. Tio buono. Так, потом фокус и спенджи. Боже мой, Карло. Господи. Ma sto mangiando.